Добрий день, шановні колеги. Раді вітати вас у прес-центрі українських новин. Сьогодні у нас прес-конференція присвячена екзит-полу по результатам президентських виборів, які проводитиме компанія ТНС на замовлення 4 провідних телеканалів України. Спершу пропоную надати слово Світлані Винославській, представнику компанії ТНС, а потім представники телебачення розкажуть про те, навіщо цей екзит-пол потрібен для телебачення, і після цього завершимо сесію запитань та відповіді. Дякую. Прошу, будь ласка. Добрый день. Компания ТНС уже который раз будет участвовать в проведении экзит-пола по заказу телевизионных каналов. Методика опроса будет примерно такая же, как мы проводили в прошлом экзит-полах. В настоящий момент у нас такая же широкая география и такое же репрезентативное покрытие, как мы предлагаем обычно телевизионным каналам. Это 20 тысяч респондентов, которые будут опрошены на 610 избирательных участках. Ошибка выборки при этом составит 0,7%. Если же мы будем говорить по анализу по областям, то ошибка выборки будет в районе 4%. Данная выборка и данное покрытие позволит компаниям постоянно мониторить информацию за ходом голосования, за ходом выбора избирателей, скажем так, и анализировать и рассматривать это в отдельно по каждой области, возможно, даже по регионам и населенным пунктам. Мы будем видеть, какие избиратели приходят в течение какого периода времени в течение дня на избирательные участки и кому дают голоса. Также такая прозрачная схема позволит компаниям наблюдать за ходом проведения исследований и отслеживать, мониторить работу отдельных интервьюеров, потому что это очень важный момент, понимать, что все идет достаточно по плану и все открыто и прозрачно в ходе проведения исследования. Это такая основная информация. Как строилась выборка? Выборка строится репрезентативно по Украине. Учитываются различные типы городов, учитывается население, проживающее, зарегистрированное в возрасте 18 лет и старше в отдельных областях. Какая была особенность данной выборки построения? Крым не включается в эту выборку. И мы также понимаем, что будет достаточно сложно проводить исследования в восточном регионе, поэтому из выборки сразу исключена те города, в которых есть уже противостояние, какая-то достаточно напряженная ситуация. Это города Славянская, Краматорск и Никополь. Однако в этих регионах все равно будет проводиться исследование, просто в тех населенных пунктах небольших, в которых достаточно спокойная обстановка. Если также мы учитывали возможную явку, так как мы предполагаем, что в этих выборах явка будет достаточно высокая, это мы видим из тех исследований, которые проводили до этого. На Западе, например, и в Киеве явка может быть больше 80%, тогда как на Востоке предполагается достаточно низкая явка из-за, опять же, напряженности в этом регионе, это порядка 30%. Поэтому мы снизили количество избирательных участков, которые будет проводиться опрос, для того, чтобы действительно отразить реальную картину, которая будет проводиться в этом регионе. Молдовский Александр Богуцкий, ICT. Добрий день, колеги. Я хочу нагадати, що з самого початку опитування на виході запроваджувалось для того, щоб контролювати якість самих виборів і мати якийсь орієнтир тоді, коли будуть оголошуватись результати. Зараз для нас, як для каналу, як для громадян цієї країни, дуже важливо засвідчити якість цих виборів, які відбудуться. І тому, звичайно, ми задоволені, що разом з колегами ми зможемо інвестувати в велике опитування з великим охопленням. Близько 20 тисяч людей дадуть відповіді на питання, за кого ви голосували. І таким чином ми зможемо побачити і в 20.00 оголосити, хто є фаворитом компанії, які цифри отримали інші кандидати. І практично вже в 8 годині вечора українці отримують відповідь на питання, що буде далі. Тому це дуже важливо,
Я вважаю, що телеканали в цьому сенсі фінансують відповідальну соціальну місію. Більше того, ми говорили з колегами, кожен з нас багато зробить для того, щоб явка була вищою, тому що в цій ситуації, яка склалась в Україні, прийти на вибори і взяти участь у виборах – це, ну, чесна, якісна, правильна громадянська позиція. А ми, в свою боку, скажемо всім українцям, що наші канали, журналісти, наші експерти будуть допомагати компанії поставити, ну, провести якісне опитування з тим, щоб в 8 годині вечора про це вже сповістити українцям. Тому дякую колегам, які доєдналися до цього опитування. Треба сказати, що з ТНС в нас є вже досвід проведення таких екзит-полів. Це вже ми в третій раз будемо співпрацювати. І скажу так, що практично завжди ми дуже коректно, дуже якісно, практично розходячись тільки в сотих відсотках, отримуємо ці результати. Так що, без сумніву, все заради телеглядачів, в 20-й годині можна буде подивитися на цифри. Марина Маргородська, прошу, на Україну. Я дуже хочу поблагодарить компанию ТНС и своих коллег с тем, что мы, наверное, за последнюю историю нашего медиа впервые объединились и сделали совместный такой шоу и открытый экзит-пол. Я действительно... Ой, сори. Еще раз. Хочу поблагодарить наших коллег, в первую очередь компанию ТНС и, конечно, наших медийных партнеров, которые согласились и приняли участие в нашей совместной работе по экзит-полу. И я считаю, действительно, самое главное преимущество в этот раз это будет открытость, прозрачность, масштабность и высокая информированность, которая позволит нам, как медиа, в этой непростой для страны ситуации действительно на высоком качественном информационном уровне выполнить главную миссию медиа. Да? В этой, я считаю, наша главная миссия. И хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, потому что мы можем все вместе договориться, но главное, чтобы наш зритель действительно получил в самом первом важную информацию о том, как прошли выборы, кто у них лидирует, и в этом наша общая миссия. Будь ласка, говорите в налаженні, поки на Вінтер. Дякую. Ну, я теж хочу висловити свою подяку своїм колегам з телеканалу ICTV Україна, особливо вам, пані Світлано, ТНС. Все вже сказано майже, да, і додати, ну, додати щось буде важкувато. Я так думаю, що наша професійна робота спільна. Вона полягає не тільки в тому, щоб донести всю картину про цих виборів складних в нашій країні, тут, в Україні, але і інші країни в Європі, за межами, там, за Мьянмом, десь мають побачити, що тут була справжня робота справжніх професіональних каналів. І ця думка людей наших, співгромадян, нас, їх була донесена. Чітко так, як вона була. А я думаю, що ця картинка, вона якимось чином може вплинути на тих, хто хоче і далі здійснювати вплив на українську політику людей на нашій території. Дякую ще раз. Я ще секунду. Дуже важливо, що до цього опитування, ви, напевно, знаєте, доєднався також телеканал 1+1. Тому замовниками цього, ну, ми його, нам треба ще подумати, як його називати. Напевно, він буде називатись «Національний телевізійний екзит-пол». Стали усі 4 найбільші медіагрупи. І в цьому сенсі, ну, це справді, ну, практично виняткова історія, яка говорить про відповідальність найбільших телевізійних каналів перед своїми громадянами і перед своїми телеглядачами. Будь ласка, є запитання? Якщо ваша ласка, пані Венеславська,
Було б добре, якби ви пояснили, яким чином буде організовано екзит-пол у складних регіонах, де рівень безпеки нижчий – Донецьк, Харків, Луганськ, загалом на сході України. К сожалению, нам сейчас сложно предположить, как будут проходить выборы и как будет проходить работа в этих избирательных участках. Мы настраиваемся на то, что мы все равно будем проводить эту работу, мы будем знакомиться с главами избирательных участков, заранее это будет происходить, и будем пытаться работать на местах. Мы очень сильно надеемся на поддержку милиции, которая поможет нашим интервьюерам оставаться около избирательных участков, потому что сами опросы будут проходить именно не на территории избирательных участков, а на улице, когда люди уже выходят с избирательных участков. Это не противоречит закону Украины, поэтому мы очень надеемся на поддержку наших правоохранительных структур, милиции нашей. Вот. Если же будут какие-то серьезные угрозы или какие-то нежелания, скажем, или препятствия работе наших интервьюеров, то они знают, что они не должны вступать в какие-либо конфликты, и они должны просто уходить с избирательных участков и переходить на соседние, которые работают, и в которых они могут продолжать эту работу, и они обязательно должны нам сообщать, что происходит. Мы информируем обязательно наших клиентов о том, как это все происходит, для того, чтобы регулярно можно было освещать и реагировать в проведении экзит-пола, какие есть проблемы в период проведения, и информировать население, возможно, об этом тоже. Канал Інтер. У мене запитання таке уточнення. Як будуть позначені люди, які будуть проводити це опитування? Тому що під їхнім обличчям з'являться ті, хто захоче, можливо, дискредитувати це опитування чи якось порушити процес. Як будуть позначені ці люди? У цих людей буде обов'язково бейдж. Бейдж компанії TNS, на якій з обратної сторони бейджа буде стояти печать, оригінальна печать компанії Taylor Nelson Surprise Ukraine, где будет указано, что это выдано именно этому человеку в период работы на экзит-поле. Бейджи будут обозначены логотипом TNS и написано экзит-пол. Это такое основное отличие. Еще есть питание? Еще нема запитання? Все зрозуміло. Дякую за увагу. Дякую нашим каналам. Дякую.